Разуминскому дому детства уже 26 лет. Сегодня в нем 25 воспитанников. Старшие уже пробуют жить отдельно в доме молодежи, в тренировочном жилье. Дом оснащен всем необходимым. Бытовая техника, мебель. Ребята учатся готовить, убирать, быть гостеприимными. Они отлично справляются со своими обязанностями и любят трудиться. Этот успешный проект ЖБК-1 действует уже 13 лет. Он помогает детям получить навыки самостоятельности, что в дальнейшем поможет им освоиться во взрослой жизни. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев познакомился с проектом. Через этот дом проходят все, кто подходит к выпуску. Да, да, правильно. Правильно, да? Это великолепный вариант, я очень благодарен. Новый год – время волшебства. Компания ЖБК-1 ежегодно дарит праздник своим подопечным – воспитанникам Разуминского дома детства. Для маленького Миши это любимая сказочная пора. Не только из-за подарков. Он верит в чудеса и любит снег. А Деда Мороза получил кроссовки и конструктор, который загадал и попросил в письме. Ты ждешь этот праздник? Да, всегда жду. Почему? Потому что он мне нравится, потому что здесь можно все что угодно попросить. Стихи, танцы, шоу аниматоров и даже выступление фокусника. Такой утренник дети запомнят надолго. В конце праздника подарки и уже традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Здесь ребята разных возрастов. Самому маленькому воспитаннику 6, а старшему 18. Каждый ждет новогоднего чуда. Новый год – это всегда сказка, это предвкушение всегда каких-то подарков. Естественно, мы даже взрослые тоже ждем подарки от Деда Мороза. И сегодня дети готовились. У нас, к сожалению, в этом году из-за коронавирусных мероприятий мы не отмечали день рождения детского дома. Поэтому мы сегодня попробуем соединить и день рождения детского дома, и праздник Новый год. Дарья Атаманова, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.